Друзья, всем привет, с вами Капанда и добро пожаловать в Roblox. Сегодня у нас Тайкун вместе с моим другом Пози, да? Ставь лайкос, кто знает этих ребят, да? Смотрите, у нас здесь есть Аид, Демастер, Пози и Альберт Красавчик, да? Многие мне подписчики просили поиграть в этот прикольный симулятор. Ну как не симулятор, тайкун. Симулятор ютубера, наверное, так его назовем. Русского причем. Либо нет, симулятор раблоксера, да. Ладно, давайте зайдем за Пози. За моего другана, конечно, возьмем дроппер. Дроппер раз, дроппер два. Так, а как мне, кстати, здесь вообще что-нибудь-то начать делать? Обычно нужно пройти через ворота. А, вот оно, вижу. Ворота, хлобысь, все, здесь мы заняли. Вот, Капанда, тайкун. Все, мой тайкун. Дружище, чё встал? Давай помогай. Ну-ка быстро работать. Пози. Пози за работу. Смотрите, здесь у нас, видимо, складываются все бабки. О, нифига себе, что туда упасть можно? Ну-ка, давайте попробуем. А там что-то внизу есть? Нет, ничего нету. Капец, а так денежки все туда могут потом и утечь у нас, да? Это будет печально. Так, ладно. Чё у нас? $13. Пози, да ты вообще богач у нас, да? Тут можно, интересно, пожмякать что-нибудь? Так, buy and working, купить рабочего. Ага, вон он. Я тебе его отправил работать, и он сел работать. Смотрите, он сидит. Он сверху сидит. А что, он будет тоже производить, что ли? Или надо пожмякать? Нужно пожмякать. Смотрите, выкакивает. Молодец, дружище, давай. Какими-то кирпичами. Да у нас здесь кирпичная фабрика у Пози, да? И вон там у нас денежки, денежки, денежки. И прям такие значки доллара. Вверху поднимается, испаряются, да? Кипят. Здесь просто деньги закипают, да? Так, это за робокс, это все понятно. Так, ну сколько я там нафармил-то? Где у меня денежка? 23. Обалдешечки, я богач. 36 в сумме, ладно. Так, сколько у нас следующий дроппер? Пазян, сколько у тебя стоит? 100. Ладно, это мы сейчас быстренько нажмякаем. Жмякаем, жмякаем. Сидит такой красавчик, главное, наверху, да? Аккуратненько сидит. Оп, давай, давай, моя хорошая. Вот здесь даже показывается 20, 30. Обалдеть, а нужно соточку. О, мой подписчик, дружище, привет. Тоже будешь использовать? Давай залазь наверх, садись и работай. Работай, выкакивай, да? Так, 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 так. Большая у нас уже здоровенная траншея. Бедолажка Пози, а что-то мне его уже жалко. Работяга, работяга. Так, сотня готова. Так, забираем сотню. И за сотню ставим дроппер. О, смотрите, там что-то есть, какой-то проход. Так, за сотню. О, здоровяк-то какой. Молодец. Так, он что будет? Смотрите. О, он короны Аида, что ли, выкидывает? Ха-ха. Он выкидывает короны Аида, да? Так, а поскольку, интересно, они там... По десятке, да, наверное? А, по пятерке. Они по пятерке у нас приносят. Так, следующий дроппер стоит у нас 500, да? Давайте сейчас быстро пофармим, потом сбегаем. Я хочу посмотреть, интересно, туда можно на них залезть, нет? О, смотрите, у меня на единице что-то есть. Меч из майна. Обалдешечки. Сейчас подожгу елку. Вторую елку подожгу. Смотрите, как он бомбически выглядит, да? Офигенски, да? О, смотрите, а тут, кстати, еще есть их аватарки, да? С YouTube. Ха, прикольно. Так, что мы можем купить? Так, нет, это мы двери и стены, пока это все добро, покупать не будем. Так, давайте нажмякаем на 500 еще. Сейчас быстренько, наверное, даже мотану, да? Все, накопили мы 500. С пазяном забираем. И ставим второй дроппер. Интересно, так же он будет выглядеть, нет? Второй дроппи... Ооо, дроппер-поппер! Нифига себе, смотрите, он с мечом. Пазян стоит. Круто. Выглядит просто бомбически. Смотрите, я на него спрятался. Меня нету, да? Так, интересно, а поскольку дается теперь? Давайте посмотрим. Наверное, по десятке. Ну, не знаю, тяжело что-то уже заметить. Примерно либо по пятерке, либо по десятке. Так, следующий дроппер стоит 1500. Офигеть. Ладно, давайте я уже не буду на него копить. Я хочу сбегать, посмотреть, что у нас там дальше есть, да? Давайте забежим. Так, здесь что у нас, кстати, есть? Хаус старт. О, дом можно построить. Обалдеть. Офигеть, шапки всякие можно ставить. Ага, короче, стенд. Так, а здесь что у нас на жоне? О, тут есть еще и обе у нас. Можно попрыгать попробовать, да? Так, старт обе стоит сколько?
Надо было деньги забрать. Надо было забрать деньги для того, чтобы тут пробежать, да? Все понятно, развалился. Ладно, давайте мы там сейчас все это добро наше соберем. Кстати, может быть, еще и дропперов поставим, да, парочку. Сколько у нас там накопилось? 2000. Ууу, что-то быстренько, да? Давайте 2000 забираем. Так, надо оставить только 500, не забыть. Ставим дроппер раз. И что у меня осталось? У меня осталось 1000 еще. Как раз. Ух, кстати, дроппер. Ха, с ютубом, смотрите. Здесь Пози монтирует видосы, да? Потом он их заливает. И что, отсюда вываливаются тоже, что ли? Интересно, а почему у нас вываливаются везде шапки Аида? Я думал, отсюда значок ютуба будет вываливаться. Было бы прикольно, да, если бы отсюда вываливался. Или кнопки, золотые кнопки, или серебряные, да, какие-нибудь, да. Ладно, что у меня 500 осталось, побежали, сходим, посмотрим, что такое обе. Кто там, что у нас там наделал. Ха, туда, кстати, можно залезть, да, тоже было бы прикольно. Ого, а что такое? И туда тоже можно залезть. Везде охота залезть, все охота посмотреть, все охота пощупать, потрогать и попрыгать. Так, за пятихатку берем, конечно, берем. Вот она появилась, а что еще можно? Второй уровень можно взять. О, как раз 700, офигеть. А, понятно, обе это надо строить. Его не просто так проходить надо, его нужно еще и строить, да? Все понятно, ладно, тогда надо будет побольше накопить. Сейчас смысла нету туда бежать, да? Потому что там... Так, а интересно, там что-то даже не посмотрел. Есть еще третий уровень? Конечно же, наверное, есть. Ладно, потом туда сбегаем. Ууу, нифига себе, кто-то тут... Это у кого? У Альберта, да? У Альберта кто-то построил здоровенный дом. Даже с забором, да? Ну-ка, я могу сюда забор сдвинуть? Эх! К сожалению, нельзя, да? Альбертыч, Позич, Демастер и Аид, да? Аид что-то вниз головой стоит. Ну, он всегда прикалывается. Ладно, что у нас там по деньгам? Давайте по деньгам. Мне нужно попробовать накопить 5000. И после этих 5000... купить дроппер. Купить дроппер, купить дроппер. Возьмем мы, не возьмем его. Сколько денег там? 1700 пока. Ай-яй-яй, мало, денег мало, но вы держитесь. Так, может здесь пожмякать куда-нибудь побыстрее? Нет, нельзя жмякать, и здесь нельзя жмякать. Ладно, друзья, давайте, конечно, это дело я, наверное, мотану. Накоплю побольше денег. После того, как мы накопим побольше лавандосика, я здесь уже пойду дальше все покупать. Да, друзья, ну что, полетели. Ну, друзья, так, я тут маленечко нафармил. Сколько? АФК постоял, короче, в магазин съездил, 235 тысяч нафармил. Но суть в том, пока я, короче, стоял, меня тут мои подписчики маленько потолкали на кнопки и за меня тут понакупали. Короче, купили мне здесь забор и купили вот этот еще один дроппер, я думал. Это улучшатель, короче, за 5 тысяч. Два пози, два товарища стоят, короче, здесь и обогащают наши короны. Айдовские короны, которые пролетают через этот обогатитель и сюда складываются. Соответственно, здесь у нас гораздо больше денежек дойдет. Ну и что, друзья, 200 тысяч, обалдеть. Давайте, конечно же, мы это все добро забираем и начнем здесь все строить. Смотрим. Смотрим, как мы можем здесь дома у моего дружбана Пози что-то улучшить. Конвейер, конечно же, берем еще один конвейер. Берем стены, стены, двойные дропперы. Дабл дроппер, ха-ха, нифига себе. Пози, как Жан-Клод Ван Дам в рекламе, да? Офигетушки, как он сел. Ладно, опять короны, опять пошли короны, окей. Так, тройной дроппер Позян, ха. А, он там висит, бедолашка. Так, надо ему срочно дать руку. Так, а здесь можно поклацать, нет? Нет, здесь поклацать нельзя, смотрите. Нет, не наступать, а наоборот, подсадить его. Давай, дружище, давай, давай, только не падай, только не падай. Так, ладно, здесь мы все купили. С этой стороны что можно? Апгрейживатель, окей. Опять два пазяна встали. Вон два пазяна стоит, и здесь два пазяна. Хорошо. Так, с этой стороны, что у меня осталось? У меня осталось 200 тысяч, за 10 тысяч. Четверной дроппер, воу, нифига себе, бомбически, конечно, он выглядит. Прикольно, первый раз такие вижу. Только в тайконы играл, первый раз такие вижу. Так, мега, very mega cool дроппер, очень мега клевый дроппер, вау. Какой-то адский бы я даже сказал. Офигеть, с этих сторон 4 штуки горит, с этой стороны 4 штуки горит, с этой стороны 3 штуки горит сверху. И сверху пазян, да, сидит в позе, наблюдает, молодец. Круто, конечно, бомбически выглядит. Вон, сразу тоже 4 короны выплевывает, да?
Офигетушки. Так, 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 так. С этой стороны мы все купили. С этой стороны все купили. И что нам тут осталось? Хаос старт. Дом. Офигеть. Дом. Да, Мишка, там наверху что у нас? Смотрите, наверху у нас... А, я думал, это сначала тарелка. Спутниковая тарелка нет. Это там у нас изображение. Пози, да? Изображение пози. Так, джетпак. О, джетпак можно купить и полетать. Фига себе. Клевый байк за 10 штук. Ну-ка, на байке можно поездить, интересно? На байке можно ездить, смотрите. Так, а почему у меня руки не на руле? Я зубами рулю. Обалдеть, точно, зубами. О, какой он сумасшедший-то. Так, пробел, понятно. А-а-а! До свидули, байк. Да, счастье было не особо-то у нас долго. Сразу же мы все профукали, как обычное, да? Так, тут Димастер у нас живет. Ну, точнее, это его место. Что-то он там пока не живет. Никто на его месте не играет. Блин, какое тут красивое небо. Вот небо мне очень нравится. Это у нас Северное Сияние, да, друзья? Северное Сияние, окей. Так, быстренько пробегаем. Тут что-то еще у нас было. У нас был тут джетпак. Ну-ка, взять его. Быстро взять. О, прикольно. Так. Двойной прыжок. Полетели! Прикольно, а у него кончается, нет? Заряд. Офигеть, смотрите. Можно летать, суперски. Так, я сейчас могу на эту верхнюю платформу встать. Оп. Точно. Что написано? Beautiful. Красота. Эх, ну точно. Как с вами поспорить-то? Смотрите, какая красота, да? Особенно вон там. Ну понятно, что это все текстурки. Но выглядит бомбически, мне нравится. Так, ладно, полетели мы домой. Что-нибудь еще купим, да? Деньги же у нас остались. О, тихо, аккуратно. Дом, прикольный дом. Ну-ка, можно даже забежать. Офигенски. Так, ничего не вижу, ничего не слышу. Где я? Так, здесь ничего нету. Так, а почему у нас света нет? Света, а ты где? Нету света. Ладно, выбегаем отсюда. Что у меня еще? 150 косариков. Окей. Можно что-нибудь купить. Например, на дорожке. Дорожки покупаем. Бенчик. Ууу, прикольно. Растения покупаем. Покупаем. Так, а это что у нас такое? А, ничего не вижу. Что-то там не вижу, что написано. А, Амчарм, это кресло. Кресло это хорошо. Здоровье, health. За 5000 берем. О, какие-то типа флешки, да? Health плюс 150, плюс 200, плюс 250, плюс 300 и стандартная. Так, давайте возьмем плюс 500, конечно, да? Вроде как бы должно быть у меня больше. Так, jump, прыжок, прыжок, плюс 300. А, вот, плюс 500. Вау! С ума сошли, что ли? Офигетушки. Вот это да. Так, скорость. О, сейчас буду носиться. Как флеш, наверное, да? Берем. Вау! Тихо, тихо, тихо. Нет, надо стандарт. Нифига, меня аж выкинуло. Меня просто выкинуло. А, жесткать. Так, ну, надеюсь, сейчас у меня все скинется по умолчанию, да? Да, все у меня скинулось. Так, сейчас бы, конечно, спид бы нам не промешал, чтобы до туда побыстрее добежать, да? Сейчас быстренько. Оп. Перепрыгиваем. Так, с этой стороны у нас можно что-то еще купить? С этой стороны вроде нельзя. Давайте вон до туда еще добежим. За дом, да? Глянем, что у нас там есть. Вот тут уже подписчики мои везде. Не, дом прикольный, дом мне нравится. Уютненький, здесь можно сидеть. С утра пить кофеек. Смотреть на елку, да? Весело-то как. О, еще что-то есть не куплено у нас. 1001. Шапки, шапки и мечи. О, это у нас только подиум. Так, а там у нас все куплено, да? Апгрейживатели куплены, все куплено. Окей. Так, фейс, лицо. Это что, такое лицо, что ли, будет, нет? Как мне посмотреть-то? Шапку снять, да? Лицо один. Короче, у нас тут тролл-фейсы все. Конечно, все берем. А, русские, такие русские, понятно, тролл-фейс. О, лайк и босс хочу. Все берем, все берем, все берем, все берем по максимуму. По максимуму все покупаем. Печалька. Печалька. О, Марио. Здоровенько. Так, гивер. О, офигеть. Так, это я могу все взять, интересно, нет? Это что такое? Пистолет. Это что такое? Это что такое? Офигеть. Смотрите, вот сколько тут понападало. Ковер-самолет.
прыжки. Чего только нет. Пум-пушки всякие. Офигетушки, можно даже стрелять. Вот тут никогда это все не протестишь. Куча шапок. Я сейчас все на себя опять понацепляю. Да-да-да-ра-та-та-та. Много шапок не бывает, да? Смотрите, какой красавчик. Все понацеплял, еще можно и стрелять. Где он? Держи, товарищ, фашист, гранату. Перезаряжается. Ой, мамочки, что, с одной плюхи, что ли, убивает? Так, Троллфейс, как мне посмотреть, что у меня там под шапкой-то творится, а? Так, ну что получается, все мы купили, что ли? Так, там все взяли. Тут все взяли. Это джетпак у нас. Так, а как мне заспаунить, интересно, еще раз этот мотоцикл-то мой? Это что у нас, гараж? Типа под тачку, да? Гараж типа под тачку. Эть-эть-эть. Выбежать бы. Тихо, аккуратненько. Ой, мамочки, кого-то опять убил. Так, нам осталось достроить только обе, получается, да? Либо она у нас там достроенная полностью. В принципе, здесь мы все взяли вроде, да? Все, мы взяли стейдж 3. Стейдж 3 за 900. Стейдж 4. И все. 4 стадии, что ли, да, получается? О, смотрите, можно за текстурку выглянуть. Опять далеко. Ладно, давайте попробуем это все дело пробежать. Прыжок. Ай-яй-яй-яй-яй. А, на эту-то нельзя штуку вставать. А, обалдеть, так далеко до туда бегать? Или я тут начну? Ой, далеко бегать не хочу. Так, что у нас? 70 тысяч накопилось, да? 70 тысяч накопилось, а взять-то нам нечего. Тут остались одни випы, да? Вип-вип-вип. В принципе, наверное, все, да? Я что-то думал, тут будет подольше. Ну, конечно, можно еще попариться с обе попрыгать, но это уже не так интересно. Ну что, друзья, на этом я видос буду завершать. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что зашли к нам с Поззи в гости. Да, дружище? Где он с мечом-то, а? Вот он, соседушка мой. Ну что, друзья, ставьте лайкос, кто знает, кто эти товарищи. Кто знает, кто Поззи, Демастер, Аид и Альберт. Ну а с вами был Капанда. Увидимся на просторах Роблокс. Всем пока-пока!